Одна площадка для классического формата баскетбола, 5 зон для формата 3 на 3. И все это с экологичным, износостойким и всепогодным антитравматическим покрытием. Именно так оформлен новый центр уличного баскетбола площадью 3000 квадратных метров, который открылся в Самаре в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ детям». Эта площадка стала первой в Самаре, а всего банк открыл уже 20 таких площадок по всей стране. Потенциал развития спорта именно детского в области очень большой, с одной стороны. С другой стороны, это просто востребовано. Развиваем спорт, детский спорт, массовый спорт. И работаем дальше с руководством Самарской области на благо жителей и развития области в целом. В торжественной церемонии открытия площадки приняли участие почетные гости. Председатель ПСБ Петр Фродков, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты Госдумы и руководитель Российской Федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта Андрей Кириленко. Обсуждая открытие площадки, почетные гости отметили, что социально-экономическое сотрудничество между банком и регионом будет продолжено, и подобные проекты будут реализовывать и в других городах области. Это очень важно, это часть реализации большой задачи, которую ставит президент, развитием массового спорта. Мы в Самаре его восприняли как поручение, которое нужно выполнить безусловно. И на такого рода центр мы будем делать акцент как пример. Праздник сопровождался и большим баскетбольным фестивалем. Юные баскетболисты сыграли турнир 3 на 3, а также получили уроки и советы от Владимира Агабабьяна, главного тренера мужской сборной России по баскетболу 3 на 3, которая завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Токио. Здесь в первую очередь преследуется вопрос массовости спорта нашего и как раз баскетбола в целом. И именно для этих задач это великолепное покрытие, это не бетон, это такая определенная технология, которая из нескольких слоев состоит, что помогает, особенно в детском возрасте, беречь колени, спины, суставы. Все корты соответствуют требованиям ФИБА, поэтому здесь можно проводить как всероссийские, так и международные официальные соревнования. Конечно же, мы можем проводить и наши баскетбольные турниры 3 на 3, какие-то профессиональные соревнования. Но, конечно, главная цель – это массовая доступность. И я уверен, что именно в этом месте, в Самаре, где очень любят баскетбол, это будет пользоваться огромным спросом. Доступ к площадке будет открыт круглый год. Побросать в кольцо и сыграть здесь смогут как профессионалы, так и любители. А также тут будут проходить тренировки для всех желающих. Все, кто уже оценил площадку, уверены, центр станет одной из основных точек на спортивной карте города. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.